Так, ребят, всем привет. Продолжаем. Из-за того, что пишу все одним махом, не хочу играть без вас, не хочу играть в одиночку помимо записи. Сегодняшний выпуск будет посвящен полностью фармингу, потому что это какая-то жесть. Невозможно что-либо и кого-либо убивать. Очень все плохо, ничего просто не хватает. И пришел вот сюда пофармить на этих салагах. Очень на них удобно фармить. С них нормально падает. И плюс можно выбивать души, которые падают с шмоток. Ну, не души, а руны. Поэтому я надеюсь нафармить 1010 сейчас. Ну, а там как пойдет. Но в плане 10 тысяч. Просто будем постоянно обнулять по максимуму и все. Так, пока вещей нету. Хорошо. 3 трупа, 0 вещей. Это хорошая статистика. Это прям такая, как должна быть у нас. У нас, ну, в принципе, эти все легко убиваются. Единственная будет проблема с тем, кто стоит на страже и все. Потому что мне надо вкачаться. И тогда, я думаю, можно будет убить лодочника. Это такой, как мне кажется, сейчас самый реальный босс, которого мы можем убить. Спасибо, что заблочил. Песыч тебе явно благодарен. Да? Ну, Песыч я тоже так убью тогда. Хорошо, я знал, что он просто прыгнет. Он должен был. Иначе это было бы обидно. 500 ненужных ударов. И не получить той смерти, которая мне нужна была. Давай, с одного. Хорошо. Шотный файер. Таких все больше и больше, кстати говоря. Но зачем ты развернулся, слушай? И ты загрелся. Вот это ты, конечно, конь. Не надо было, чтобы он агрелся на меня. Теперь мне их двоих надо убить. Хорошо. Это он будет уворачиваться, конечно. Я уже забыл, как против него сложно. Смотри, а тот не увернулся, а чё так? Жаль, что не ударил. Я рассчитывал на то, что он сделает как раз удар. Мы с ним так обменяемся, приятно. Ты задрал, слушай. Такие мощные файеры летят. А этот не долетел. Те мощные летели, но не долетели. Да ты впритыки, как ты уворачиваешься? Какое впечатление, что я ПВП сейчас сделаю. Если бы у меня не было ПВП, то вот реально. Один к одному. Те же самые увороты и все остальное. Вот, сейчас ты хорошо открылся. Вот сейчас спасибо, слушай. Немного упростил мне жизнь. Давай уже бей или что? Далеко для тебя, да? Я знаю. Блин, вся мана на него уходит. Да ты умрешь уже, все, умирай, давай. Слава богу. Лут? Какой там лут, я вас умоляю. Лута сегодня нету. Интересно, сундук открытый? Или типа раз взял и все, да? Ну, конечно, понятно. Так неинтересно. Копья, кстати, так и не менял пока. Не нашел ничего достойного, на что можно. Кому ты трубишь, придурок? Ну вот кому?
Они же все умрут из-за тебя. Чё там, со спины никто не пришел? Поприходи или слушай. Это хорошо. Это я так много еще оставил, да? У меня на вас маны не хватит. Чё ж делать-то? Да, ты можешь перестать мне мешать. Ой. Того я и так могу убить. Хорошо, с того есть лут. А с этого? Чё, у меня это... А, нет. Я думал, я ее не зажигал. Думаю, нифига себе. Так близко благодать стоит, я ее не зажег почему-то. Чё тут вся? Вроде их больше было. А вот. Ты умер. Ты знаешь? Я говорю, ты умер. Просто нету лута. Я так рассчитывал на то, что мне нападает еще с них. Ничего не нападало. Вот последний остался. Хорошо. Так, мне еще все фляги восстановили. Ну, почти. Нормально, слушай. Жить можно тогда. Так, есть здесь еще интересные ребята. Пошли их убьем. Три фляги, в принципе, мне должно хватить, чтобы их зачистить. Но, может, и не хватит. Сейчас посмотрим. Но на одного точно хватит. Так, вот здесь они находятся. Тоже будет сложно их убивать, они быстрые. Чё это такое? Вау, это что такое? Это я такое еще не видел. Вау. Хрена себе. А здесь что, погода есть? Так мне прям интересно. Я-то был в похожем месте. А это, походу, не тут. Че, великан прыгает? Ух ты, так тут еще и собрать что-то можно. Интересно, интересно. Громовые цветы дорогие или нет? У меня всегда один интерес. Продать подороже. Так, прыжок в духовный источник. И что? Нихера себе. Хороший прыжок, слушай. Вот это мне нравится. Прикольная вещь. Так, кто там на меня загрелся? Не загрелся? Нет, все нормально. Так, это тот великан, который на нас всегда прыгает. Хорошо. Так, а эту я уже активировал или нет? Кто знает. Кажется, я вообще на той стороне не был ни разу. Не был. Там я был. Надо как-то безопасно спуститься к тем колоннам. Отвечаю, весь выпуск будем фармить, говорил я. И в итоге фарм быстро закончился, и мы опять пошли путешествовать, да? Ну, блин, а что сделаешь, если на них очень мало фармишь? Надо найти иного противника. Чё тут? Что-то увидел. Наш священный склеп осквернен немыслимо. Не вернуться по зову древа Эрт, стать живым покойником отвратительно. Любопытно.
Здесь я еще не был. Вот видите? Видите, да? Кто мог подумать? Впереди требуются удары. Любопытно. Давайте-ка коснемся благодати. Хорошо. У меня что по денежке? Повысить я что-то могу? Не, ничего не могу. Хорошо. Фляги. Да, в принципе, там нормально у меня все по флягам. Так, я был в похожем подземелье. Там ниндзя-мыши. Они такие сволочи. Они очень сильные и убивают очень быстро. Выманивать не поможет? Может и поможет. Я ж даже не знаю кого. Заперто неким устройством. А чё, ты будешь восстанавливаться или нет? Ты знаешь? Учитывая то, что у него горит душа, я думаю, да. Это мне очень не нравится. Я, короче, умру здесь, да и все. 1500 умрут вместе со мной. И все почему? Правильно, потому что я хер знает, как их убить-то. Они-то вроде как перестали светиться, да? Но их тут очень много. Я максимум, что могу сделать, это просто выманивать их всех поодиночке наверх к себе. Просто выманивать и все. А иначе как же ж я их убью-то? Умирайте, пожалуйста. Не, не умирает. Все, я понял. Я понял, это их не убивает. Вопрос на засыпку, ребят, который вы должны написать, как их убить. Потому что я пока не понимаю. Ну вот как? И чё? Если он обратно встает, все. Два раза. Все, я понял. Два раза их надо увалить, чтобы убить. Это усложняет, конечно. Ну хорошо. Сейчас будем пробовать. Давай. Проверим. Ну, типа, два раза, да, сложно, но терпимо. Давай, файер. Больно, скотина, слушай. Ага, все, зря. Понял, хорошо. Если вовремя кинуть, то не надо даже дожидаться, пока он встанет. Это упрощается. Так, заперто. Все-таки заперто, смотри. Но так-то их тут много. И лучники есть. Тихо, испугал. Дурак.
Тихо, не вставай. Хорошо. Осколок человеческой кости. Супер. Я не знаю, зачем он. Очень много маны уходит. Чем же я буду дальше с ними бодаться? Я там же видел скелет. Блин, эти духи бегают. Мне кажется, постоянно, что это скелеты. Долети, пожалуйста. Хорошо. Отлично. Давай, вставай. Супер. Так. Активация устройства может быть где-то здесь. Мне не придется вниз дальше идти. Ну пошел, ну зачем я сюда пошел? Еще и там где-то встал, да? Серьезно? Типа мне так их мало, да? Больше давай скелетов. Дурак, что ли? Умирай, пожалуйста. Хорошо. Хорошо. Даже так, наверное, будет проще. Этого я так убью. Убью же, да? Давай, давай. Ох, нихера себе, удар мощный. Ну ты видишь, моя жадобность. И я умер. И он умер. 1900 душ на минуточку. Умерли вместе со мной. Хорошо. Ладно. Я понял, как это делать. Сейчас мы потихоньку их пройдем, убьем, и все будет хорошо. Я верю в это. Впереди живой мертвец. Вставай, давай. Хорошо. Ну как хорошо? Не хорошо, но нормально. По одному это терпимо. Отлично. Все. Ждем, пока можно захватить. И добиваем. Вот почему хорошо, когда по одному. Все, хорошо, встает. Встает, встает, встает. Давай, 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 жду. Иди сюда. Больно, 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 больно. Мерзость такая, такая же ты мерзость, боже мой. Еще этот фаер не долетел. Тупо два фаера в никуда. Ну что я могу сказать? Печально. Умираешь? Хорошо. Жду. Добиваем. Блин, я так с ними мучился. Все ломал голову. Как же их убивать? Кажется, все относительно просто. Один, да, тут? Тут просто мои души. Но тут их встанет очень много. Надо аккуратно. Встал. Жду. Давай, фаер, лови. И еще один. Уходи. Меня вот эта херня очень раздражает здесь. Ну, типа, какого хрена? Как это должно работать? Я не понимаю. Вот некоторые моменты игры просто убивают. Хорошо. Пока терпимо. Три фляги есть еще маны. Это тебе и хил, если что, и все остальное. Умирай.
Хорошо. Я не уверен, но он все равно встает, да? Да, он все равно встает. Поэтому какая разница? Подожди, подожди, сейчас. Ты придурок, уйди. Ой, мамочки, мамочки, мамочки. Мы что-то с ним не поделили, но места мало. Просто да и все. Так, умри. Хорошо. Так, добиваем. Блин, может быть, зачистим это. Если же там не будет в конце, конечно же, чего-то очень жесткого. И мне восстановят ману. Потому что если мне ману не восстановят, то как бы делать мне больше тут нечего будет. Зачистив вот эту локацию, я просто уйду. Там есть какой-то проход. Скорее всего, мне нужно будет именно туда. Так что придется тебя ставить. Да, хорошо, ты умираешь. Хорошо, я увернулся. Я жду просто, пока его добивать. Хорошо. Тут будет еще. О, мана кончилась. Это плохо. Ну и зачем ты меня бьешь? Я же сказал, у меня мана кончилась. Дурак, что ли? Вот так вот, и все. Бьет он меня. Ну я же по-нормальному сказал, да, мана кончилась. Хорошо, я надеюсь, тот рычаг там. Потому что обратно идти вниз, это жесть. Так. И... Тут только пятна крови, и все. Печально. Одни пятна крови. Что вы мне предлагаете? Все-таки спуститься сюда, да? Ну? Ну их тут так много будет сейчас. Вот как вот этот фаер может не попадать? Я не понимаю. Вот вы меня хоть убивайте. Я не понимаю. Этот фаер не должен промахиваться. Этот фаер просто вот летит ему в лицо. Он даже кувырок тогда не делал. Ладно, тут сейчас кувырок, все дела, это понятно. Я так само уворачиваюсь от ударов. Это нормально. Все, хорошо. Одна фляга осталась, чтобы попытаться как-то активировать. Осторожно, вверх. Что сверху? Долетел? Не долетел, ну конечно. Так, а я не буду идти. Там, походу, лучник где-то есть. Спасибо. Осторожно вверх, понятно почему. Парнишке уже ничто не поможет, к сожалению. Флага. Так, хорошо. Ну вот из видимых у меня осталось только два. И все.
прям циркачи какие-то, что ли, я охренею. Давай, 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 быстрее. Хорошо. Так, ну, 1000 мы тут с горем пополам как-то нафармили. Че, они спрыгнут или нет? Интересно. Впереди лжец. Так. Ну, любопытно. Ага, вот, теперь появился рычаг. Хорошо. Где-то открылась тяжелая дверь. Ну, мы-то знаем где. Потому что в прошлый раз этого не было. Вот сейчас прям понятно. Это что, они все тут встали? Да, конечно, конечно. Я видел эти костяшки, они валялись. Понятно, зачем. Я-то думаю, что это те встают, эти не встают. Что за херня? Понятно теперь. Так. Что же у нас тут? Ну, а тут, конечно же, босс. Хьюго босс. Что, давайте посмотрим, что у нас тут за босс. Кого-то можем призвать с помощью этих пальцев или нет? Мне вот просто максимально любопытно. Скрюченный палец, нет трат, создает призыв совместной игры. Так, окей, применить. Ну, наверное, нет. Это мне нужно ждать, пока кто-то ко мне подключится, что-то сделает. Так, что я могу создать? При использовании приливается размер. Да-да-да. Так, при размещении встречает слабый свет. Ну, короче, как всегда, ничего. Ладно, надеюсь, если фляги сейчас не восстановятся, то мне вафля. А фляги не восстановились. Можно выйти? Я хочу выйти, ребят. Я не спорю. Босс-то вроде не особо и сложный. Ну ладно, босс пиздец сложный. А как тебя убивать-то? Ты чё такой быстрый, слышь? Все, я понял. Тогда мне с ним не так нужно драться. Понял, хорошо. Понял. О, хорошо, он кританул. Угу, понятно. Самое обидное то, что у меня как бы здесь 2500, и мне придется сейчас еще раз к нему прийти. Но если я приду со всеми флягами, то, возможно, есть шанс. Просто даже борясь с ним. Не обязательно делать даже атаки. Так, фляги, распределение. Вот так вот попробуем. Но это при условии того, что дверь сейчас будет открыта. Да, дверь открыта, супер. Это великолепно. Тогда мы просто... Чё, я тебя не видел? Так, хорошо. Ну, как бы души-то хочется вернуть. А значит, будем пытаться убивать... Не, все, это я просто протестил, реально ли или нет. Я вам скажу, что нет. Хорошо. Будем заряжать копье и пробовать заряженным копьем.
Поехали. Хорошо, слушай. Ну вот таким образом будем мы сейчас. Лечение. Нету. Хорошо. Копье, где мое? Че, дурак? Так, вот этой херни от... я не знаю, что это у него такое. Ульта его. От нее надо как бы уходить. Хорошо. Вот видите, все-таки как ни крути, но пушка-то нужна. Потому что, ну, без нее как бы туго. Так что все-таки придется мне купить копье. Так, хорошо. Тихо, тихо, разошелся-то как, смотри. Тихо, 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 давай, харя. Так, нормально. О, отходи. Тихо, тихо, разошелся парень. Да разошелся, разошелся, я понял. Короче, оставляю всю ману на зарядку копья. А все остальные хилы будем делать за счет фляги, чтобы постоянно не путаться, не меняться, потому что не очень это удобно. Надеюсь, что три фляги мне хватит. Но это было близко. Вот это уже было почти. Зарядил копье, ударил. Зарядил копье, ударил. И все будет нормально. Надо же посмотреть, что с него упадет. Я думаю, с него по-любому меч упадет. Не хилься, придурок. Боже ты мой. Вот сейчас хорошо ушло. Угу, словил он меня, да. Ну так я тоже чел не промах, сори. Так, мечник-скелет. Не хватит мне маны, если я буду мазать. Если буду пропускать такие удары, то тоже мне ни хрена не хватит. Тихо, отходи. Ну, харе, ну, он очень увлекается. Я не понимаю, почему я уже перестал это делать. Давай, хорошо. Вот сейчас было очень хорошо. Фляга. Да ты чего, дурак, что ли? Вот сейчас я использовал две фляги, не знаю почему. Ничего, у меня еще хил такой есть. Долбанный пепел войны. С одной стороны, очень нехорошая вещь. С другой стороны, ну прям... Хорошо, уходи. Иди сюда. Вот как можно увернуться от того, кто делает контрудар? Ну вот просто никак. Почти. Уход, уход. Хорошо.
Уходи, 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 уходи. Хил. Хорошо. Зарядили копье. Просто на одну атаку. Хорошо. Поаплодируйте мне, ребята. Пожалуйста, напишите, что это было. Ну, действительно круто. Так, хорошо. Кинжал получили какой-то. Это великолепно. Я старался. Я же говорил, что мы все-таки это сделаем. Так, обыскать. Корень смерти. Хорошо. Так, что здесь еще у нас есть? Так, смола из корня. Ну, в принципе, наверное, и все, да? Так, ну что, хорошо. Это второй босс, которого мы уничтожили. Неплохо. Я думаю, в принципе, сейчас мы закончим квест. Надо подойти к парню на выходе. По идее, мы очистили склеп. Все в порядке. Так, что ты мне скажешь? Наш склеп, бла-бла-бла. Да я же его очистил. Все, свободно, можешь идти. Ну что ты в самом-то деле? Ну ладно, как хочешь. Блин, думал, будет вообще великолепно, если мы еще и закончим на моменте освобождения склепа. Ну ладно, не захотел. Ребят, не забывайте подписываться на канал, оставлять свои комментарии. Это очень важно. Всем большое спасибо. Пока-пока.